Всем привет! Сегодня я опять в магазине Сенсей. Хочу снять для вас опять обзор. И боюсь, что там опять играет музыка. Опять. Если вдруг YouTube не пропустит музыку, то будете смотреть без моих комментариев. Я знаю, что вам не очень это нравится, но деваться некуда. Итак, давайте смотреть. Ценники я буду все показывать. Итак, давайте смотреть, что здесь есть нового. Вот новые чашки. Черненькие. Такой свет, что ничего не видно. Вот так вроде видно. С оленями. Такая ночь новогодняя. Симпатичные. А здесь просто черная с золотой надписью. Хорошо стали ценники прицеплять, а то не видно было. А также в белом цвете. Еще розовые есть. Эти у них, по-моему, с открытия прям стоят. Кто не видел, смотрите. Люблю так смотреть. Вот мне этот магазин напоминает IKEA. Вот еще в сером цвете. Также есть чашки. Черные какие. 299 рублей. Есть побольше. О, господи, ее не поднимешь, еще показывать надо. И средний размер. О, еще блюда есть. Цены, конечно, большие, может быть, по нашим меркам, а так они так не считают, я так думаю. А вот смотрите, какие расцветки есть. Розовые чашки, эти тарелки есть, так же, как и чашки. Зеленые. Ну, смотрите. Я так понимаю, это поднос, да? По-русски не написано. Это или под свечи, или под чашечки поднос. Вот такие листочки, лодочки. В черном цвете. Вот тоже дерево. Как будто это кошелка плетеная, а это на ножке. Подставочки. А это меню расписывать. Вот эти чашки тоже были у них уже. А новогодние огни такие с прищепками. Очень много свечей. Такой аромат здесь стоит. 400 рублей. Ох, какие ароматы. А я вот не очень люблю свечи. О, не пойму даже, чем пахнет. Каким-то ландышем. Ну, такие гирлянды у нас, по-моему, сейчас везде. Ой, точно меня с музыкой с этой забанят. Большая какая упаковка. Так, что у нас русская здесь? 599 рублей. И все такие черно-бело-серые. Цветочки какие, как фикс прайс. Только цена 500 рублей. Вот шарики новогодние. 259. Коробка 799 рублей. Есть черная, белая и деревянная крышка. Корзинка. Вот еще корзинка черненькая.
И ценника нет на ней. Ох, какие светильники красивые. $400. Я не знаю точно, но мне кажется, это кашпо. Есть в белом, в черном цвете, поменьше. Поменьше и в белом есть цвете. Такие подставки под свечи. А это рамочки. Ну и новогодние тоже товары есть. Свеча. Шары. А, это кружки. Чашки такие. За две штуки. Олень. Побольше. Корзиночки. Здесь целлофан. $600. В сером цвете. Гирлянды. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Еще носочки.
На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.